Всем привет, ребят, еще раз, ну, я думаю, вы посмотрели видосик, сколько же надо пыльцы на нового Йо, это реально дофигище, это реально того, ну, я не знаю, стоит, не стоит, мы сейчас посмотрим. О, нифига себе, увеличили у нас количество реагентов. Да ты что? Просто прям какой-то скидка одна лучше другой. Так, ладно, заберем. Не будем испытывать судьбу. 6000 начали продавать и по 600. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Поехали, заберем плюшки. И попробуем с вами дособирать героя, посмотреть. Хотя бы сделаем первый взгляд, как же герой выглядит, что он может, что не может. Итого у нас 179 осколков уже есть. Кучу всякой хрени. Поехали, забираем. Бум. Ну вот такие вот плюшки я получил за один пак. 100 тысяч, в принципе, неплохо. Я вам скажу, 100 тысяч самов. Бонус 133 получилось даже. 1400 пыльцы мы еще дополучили. Ну а дальше такие расходники обычные идут, 50 камней. Ну, в общем, такое. Поехали. Поехали, добьем. Интересно уже посмотреть. Я надеюсь, нам хватит этой пыльцы. Так, не будем все тратить. Сколько надо там? 20. Где-то. Ну, сейчас попробуем. Нам она вся просто не нужна. Вот оставим на следующего героя. Ну, как видите, в основном падает герой с этого, за 10. То есть там очень редко он падает с обычных. По 89, еще 10 осколков. Ого, нифига себе, вы видали это? Это просто мега круто было. 195. Аж подвисать начал сервак. Не выдерживает нагрузку. Просто жесть какая-то. Сломали. Сломали, короче, остров. Ну, как раз где-то плюс-минус я угадал. 199. Ну, четенько почти. 200, видите, чуть-чуть перебрали. Так, ну вроде все. Давайте так, чтоб двоечка, это еще 10-я эмблемка. Ну что ж, можете меня поздравить. Я собрал нового героя. 202 осколка в итоге у нас получилось. Дофигища расходников разных. Поехали. Обменять. Отлично. Поехали, почитаем, что герой может. И посмотрим на него в действии. You have maximum slot hero. Ну, нам придется кого-то, понятно, слить. Кого мы сольем? Ну, в принципе, мне смертушка нафиг не нужна. Я вам показал ее обзор. Герой классный, все, но на сегодня не такой актуальный. Атланта я пока оставлю. Здесь будет. Кстати, пока не забыл. Хотел суперпэтов посмотреть, что там у нас. А, у нас расходников дофига.
1350. Вот очень перестали давать эти синие. Расходники. Чиник дофигища. Немножко суперпэта подкачаем. Пойдем смотреть, знакомиться с новым героем. Вот видите, вроде я этих расходников нам, по идее, вот сколько у меня есть камешков, должно хватить. Дальше все, что выпадает, оно нафиг не надо. Вот реально, это бред. Сделайте какой-то обмен, я не знаю. Просто дофигище других камней, которые, ну, по сути, нафиг не надо. Посмотрите, 2800, 1500, 2400. Ну, просто жесть какая-то. Тантик наш. Ну, в первую очередь надо качать 9000 снеков. Я тогда набрал книжечек, не прогадал. У нас 10 тысяч в запасе осталось даже. Так, отлично, как раз до восьмерки хватило. Ну, дальше уже девятку на максималку надо качать. Тридцать первый лавл. Немножко не хватило. 23 левел надо. Ладно, это потом добьем. Так, что у нас есть там еще интересного? Runway Render. Сбежавшая линия. Идем сюда, зайдем, заберем. Попробуем. Какие тут у нас эмблемы? Тысячи. Ну, мне оно, по сути, это все расходники, которые мне не нужны. Смертушка будет. Не Джамбир. Сейчас будет смертушка. 200 крока, нифига себе. И сейчас смертушка? Нет? Блин, семерка. Ну, я думаю, заберем. Нормально. Так, поехали. Очки такие. Такие кристаллики, нифига себе. 40 кристаллов. Но эти кристаллы мне сейчас нафиг не всрались. Так, смертушка будет. Нет, джампир, нифига себе. Да ладно, монетки. Ну, заберем, конечно же. Ну, шестерка до 5-6, я думаю, есть смысл доходить. Потому что дальше это просто, ну, просто сольетесь. Как я первый раз играл, 6000 камней. По сути, вот эти расходники мне нафиг не нужны. У меня хватает их. А больше за такими, знаете, редкими какими-то монетками. Но акция реально бомбическая. Космо. 200 крока. Ну давайте смертушку уже. Не дали. Рунка. А, вот она. Все-таки словили. Так, что мы там вытащили? Видите, на первое что-то дает сундуки. Очень часто, видимо, шанс. 700 книг. Сейчас смертушку словим. 500 реагента. Реагента у меня хватает. Космо. 20 монеток. Заберу. Монетки оставим, пусть будут. Такс. От монетки потом можно вот в дискаунт зайти. Тут позабирать какие-то плюхи, если вам нужны под снеки. Ну, у меня хватает расходников, пусть себе валяются.
нормальный расходник, дополнительный бонус, я вам скажу, очень даже неплохой. Такс, хорошо. С этим разобрались, поехали смотреть нового героя. Героиню. Так, нам надо слить смертушку, да? Тан-тан-тан-тан-тан. Это наш Ронька. Так, убрать с таблетки. Автоэд. Нормальная тема. Нафига здесь автоэд. Так, съесть, слили. Силушка у нас упала. Юз. Вот так вот, ребятушки. Наконец-то мы открыли. Поехали посмотрим на нового героя в действии. Что он может. Как он может? Ну, ждите видосика уже с прокачками. Такс. Виолансентес трансформируется в валькирию. Наносит вражественным героям нормальную атаку. И они не могут... Так, ну, сейчас я на русский сервер зайду, почитаю нормальный человеческий перевод. И пойдем тестировать. Так, трансформируется в валькирию, обезоруживает ближайшие цели противника. Цель не можете атаковать, но способны использовать умение. Вот так вот уменьшает их крит шанс на 12%. Мы смотрим, давайте максималку сразу же. Крит шанс на 76, то есть критовать однозначно уже никто не будет. Форма валькирии, урон 160 текущим целям. Увеличивает скорость атаки 100%, игнорирует ограничение урона в своих целей. Форма валькирии длится 10 секунд. Раунд 14. Получает иммунитет оглушению, молчанию, эффектом бедствия, уменьшение энергии. Короче, куча неуязов. Получает 70% меньше урона, восстанавливает жизнь. В общем, поехали, посмотрим. Потестируем на минималке, что это за герои. Но с вас, конечно же, лайки. Ждите видосика с прокачкой. Думаю, будет интересная прокачка. Посмотрим, что герой может. Так, ну вот так вот выглядит на таблетке. В принципе, довольно-таки неплохо. Поехали тестанем. На подземках сначала. Ну, я мелкий лавел, я потом буду делать прокачку, покажу вам на максималке уже и первый лавел. Так, смотрим. Все-таки не совсем ближнего. Вот, начинает восстанавливать себя. Нифига себе, посмотрите на отхил. Да? С двух, нифига себе, прикольненько. Не видно, кстати, вот форма. В форме, не в форме, но посмотрите на этот дамаг. Смотрите, как она критует уже. А, вот это этот урон, который наносится. Я думаю, что за фигня? Первого левела герой. 30к отхил. Смотрите, вот обезоружил. Офигеть просто, я в шоке, честно говоря.
Это реально жесть, ребят, будет. Это первый левел всего. Это всего первый левел был. Да, интересно. Давайте я живу поставим, так интереснее будет тестировать. Давайте первую лаву немножко подкачаем. Хочу узнать все-таки, есть ли у героя автопрок или нет. Так, есть. Ну, неплохо. С таким, конечно, умением. Думаю, это будет весело. Шестнадцать раз. Офигеть просто. Представляю, что это будет на максималках. Я надеюсь, у меня пятая ринка есть. Да, она автопрокер. Интересно. Это интересно, ребята. Смотрите, увеличивает. Блин, она дамага столько наносит. Она летающая. Посмотрите, вот ее скилл. Она просто тупо не даст всем бить. Офигеть просто. Ну, я не знаю, что теперь делать. Герой реально бомбический. Смотрите, сколько дамага наносится. Столько крита уже. Да и отхил. Смотрите, какой отхил. Конечно, то, что кулдаун, но это совсем не мешает. Блин, ну что я могу сказать? Топовый донатный герой, походу. Еще надо будет потестировать против остальных. Но посмотрите на вот этом. Это просто бешеный дамаг. Вот, заблокировала, и все, шапка нифига сделать не может. Офигеть. Просто офигеть. This is the future. Human error. Фига себе дамаг. Ну, что я могу сказать? Стоит оно или нет, вы скоро узнаете. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Я надеюсь, тест будет веселым. Всем пока.